А чего мы не репетируем? Скажите, что... Любимейшее занятие вообще в детстве. Вот этот звук, друзья, охуительный. А какой? Это темно такой синий-серый такой. Танк, я думала, у меня танк. Танк! Вот танк. Трактор! Я хочу тоже танк. Да? Да. Ну, не знаю. Она тебе так подходит. А ты мажор не смотрела? Он там набрал. Ты чё? Мажор не смотрела? Ты знаешь, как это все было вообще? Смотри, как в кино прям. Да? Вау! Класс! Как маленький. Как вообще получилось? Ты мне позвонила мама и сказала: Наташ, хочешь влюбиться? Я говорю: хочу. Он говорит: посмотри, мама, я посмотрела мажор, влюбилась. Потом думаю, интересно, посмотри, что, кто такой, что там за жена и вообще. Короче, я смотрю, попадаю на тебя и понимаю, что в тебя больше влюбилась. Потому что я реально клянусь, я реально посмотрела, причем там твои интервью, и я, блин, смотрю, думаю. А потом я подсела, я новое, честно, не смотрела, я подсела на влоги, и я просто залипла. О, последний, кстати, очень клёвый. Я хочу все посмотреть, у меня со временем вообще трэш, но это кайф, это пример вообще самой настоящей семьи, вот как должно быть. Вот, знаешь, ой, ну, я тебе клянусь, честно. Все круто, любовь, развитие, машина. Дети, машина. Машина, танк. Мама моя сойдет с ума. Я не откачаю. Да? Конечно. Что? Держи. Это тебе. Ага, блин, оправдано. А? Да, с этой знаем. Подожди, Татьяна. Итак, она звалась Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Почему фотогеничные девочки? А это так. Циферблат, на чистых кудах спросите, скажут нет. Не очень. У вас очень красивая шляпа. Ну, у меня фамилия тоже. Да? Но работаем. Снимаемся. Сентировка недавно прилетела. Да, серьезно? Все в Крым сниматься. Правильно. Все в Крым. А счастливо. Встретимся там. В Крымском шоссе, дом 98. Хорошо. И у нас будет реновация. О, поздравляем. До свидания. Крыму увидимся. Ты ее знаешь? Нет. До свидания. Водились в серое. Молодец, бегает, да? Я про деда. Прогресс на лед. Давай, да. Вот так, молодец. Ой, уборщица моя любимая. Все вытерла? Молодец, дай 5. Ну, помощница любимая. Нет. Нет. Я снимаю. Оп. Оп. Ой! Не больно? Еще снимать? Давай. Побежали. Опа! Бу-бу! Побежали. Очень интересная история. Ох! Новый бег. Дыдыш!
Пока. Тимош, иди фоткайся. Иди, давай. Иди фоткайся с Марком. Иди, давай. Раз, и полазь. Мама, я не знаю. Так, молодец. Бременские музыканты дали свой первый концерт и сразу в королевском дворце по случаю дня рождения принцессы. Король не возражал. Более того, он был просто... Нет, я первая. Нет, я первая. Мама, мне не свет. Да, серьезно? Да. Где свет горит, да? Побежали. Я прочла. Странно сказал, как я рад, что ты появился в моей судьбе. Скажет, Мохов, и тоже стал. Истинный. Но на самом деле, вы знаете как? Вот мы даже иногда не знаем. Раз. Сапогами, но зорваны руками.
Миш, как настоящая девочка, да, кремчиком помазала? Кремчиком, да, мажется. О, а ты немного взяла крема, Ми? Нормально, как раз хватит? А, надо еще, да, наверное? Угу, так вот, да? Спасибо. Все? Так идти? Так, хорошо мне, да? Ой! Обезьянка. Ой! Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling lies? No. Telling lies? Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling lies? Uh-uh-uh. Open your mouth. Uh-uh-uh. Ну, говорю. Uh-uh. Целовать тебя, Мия? Как ты папе говоришь, целовей меня? О, выколи глаза.